помочь? Главное правило любого колл-центра – не испытывать никаких чувств клиентам. Вам звонит Дженнифер Дэвид из банка Сити Ван. Что происходит? Кто-то украл номер моей карточки. Точнее, 28 422 доллара. Но если нарушить главное корпоративное правило, не стоит удивляться, что разговор выходит за рамки скучных формальностей. Я буду в Сан-Франциско в четверг, так что, может быть, мы сможем встретиться в Полскин Гранд Отеле? Это свидание? То есть... четверг, и свидимся тогда. Не успеешь и глазом моргнуть, как уже мчишь навстречу к своему дорогому собеседнику. Мне как раз его не хватало. Обещаю, что вернусь обратно в полном комплекте. Уж постарайся. Простите, вы... вы в порядке? Комедийная мелодрама на другом конце провода. Смотрите в воскресенье в 7:15 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.